Всем ку, с вами снова Билли, и мы снова залетаем в 20 Minutes Till Dawn. Вот, я отошел уже полностью от отравления своего, вот, и сейчас мы будем что делать. Наконец-то я дожил до 15-й тьмы, будем сейчас выбирать, кого же мы впервые на 15-ю тьму, собственно, запишем. Я дожил же, да, вот. На 14-й мы прошли за Лилит, кстати, руны. Давайте максимизируем наши руны. А, сердце души, и каждый третий выстрел имеет бесконечное пронзание. Давайте пронзание сперва. Потом уже будем вот это. Так, собственно, что? Я думаю, может тоже по порядку? Шану попробуем. Шана. Так, и... Раз уж это Шана, может быть, остальных героев я сделаю приятными для себя? Вот, то есть самого простого героя я пройду сейчас на говне. Где у нас этот поливочный пистолет? 15-я тьма. Самый неоднозначный, самый, точнее, однозначный герой с самым неоднозначным оружием. Боссы атакуют намного чаще. Сейчас будет ебать как сложно, поэтому берем лес. Фух, гайс. Сейчас будет жопка. Будет очень сложно. Поливаем. Так, давайте думать, что мы хотим взять. Собственно, есть ли смысл брать вот эту парашу? То есть мне урона снарядов как бы не нужен. А количество вот этих тем может быть даже норм. Давай попробуем. Да, нормально. Это так и должно работать. Хорошо. Меня устраивает. Ну, постараемся сделать так, чтобы к нам не подходили. Стараемся сделать мобильную эту херню, чтобы она в движении стрелять могла. То есть мобильность. Постараемся найти какой-то урон. Спешка. Спешка — это же как раз то, что нужно. Да, спешка — это то, что нужно. Скорость бега, темп стрельбы. Это прям адски то, что нужно. Еще можно перезарядку взять, чтобы время на нее не тратилось. Сейчас будет очень тяжко. Тяжко. Давай. Бомбим их цветочком. Ненавижу этот цветочек, но что поделать. Копья. Надо это взять, чтобы выйти в раздвоение. Бля, я что-то потерял? Наверное, хпшку я все-таки потерял. Бомби. Темп стрельбы. Нет, это нам не надо. А вот беги и стреляй, берем. Это обязательно. Все. Теперь я гораздо быстрее это все делаю. Можно теперь мансовать во время стрельбы. Ебаный этот цветок вокруг летает. И приходится концентрироваться на том, чтобы в него попадать. Ну, как концентрироваться? Просто обращать на это внимание. И из-за этого... Мансую хуже. Увеличивает скорость перезарядки. Искусство тьмы. Живучесть. Прицеливание. Наверное, надо взять вот эту тему тоже. Щиточек пускай будет. А я его что, сходу проебал? Или что случилось? У меня же вроде всегда он был. Или я таланты поменял? Бля, что-то я забыл уже. Ладно, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Пока вроде дышим. Поджигатель. Попутный ветер.
скорость бега, свирепый взгляд. Слушай, ну, свирепый взгляд, может быть, даже взять. Давай свирепый взгляд будем. Чтобы рядом с нами умирали враги, получали урон. При этом, как бы я во врагов-то стрелять же я не буду. Вот, а так они будут умирать от взгляда. От, я думаю, поджигать я буду во время бега. То есть вот такие всякие моменты будем набирать. Может быть, косу или копья возьму. То есть сумоны тоже уместные. Стараюсь как-то вот так вот. Порча. О, раздвоение. Берем раздвоение. Перезарядка. Нет, давай пока раздвоение просто. Во, смотри-ка, неплохо. Гораздо лучше работает теперь цветочек. Короче, миксованный билд. Посмотрим, насколько он будет хорош. И будет ли вообще хорош. Вот и первый боссик. Сейчас посмотрим, что выйдет из этого. Он, по-моему, более активно за мной идет, чем боссы... другие аналоги этого босса. Как-то, по-моему, он более настойчив. Так, сундук упал прям в дерево. Пиздец. Щит души. Наверное, хочу я это. Потому что там потом можно будет дамажить типсонов. Так, сундук подбираем. Три частицы Нимы теперь доступны в качестве улучшения. Я не помню, что такое Ореол Шана. Я не думаю, что стоит мне их подбирать. По-моему, там ничего достойного нет. Ну, короче, улучшение, блядь, ни о чем. Улучшение, которое меня не улучшает. Назовем это так. То есть, мне еще, блядь, его собрать надо, этот Ореол. Ебучий. Священный гнев. Молния будет от щита еще дамажить. Давай. Я не против. Пускай молния будет дамажить. Кстати, можно и обычную взять. Я же не вы, много выстрелов делаю. Молния будет тоже дамажить. И жука там можно будет подобрать еще. Если бы пробел сделали, было бы норм. Я бы хотя бы дамажил в цвет... Ну, в пробел с поливочным этим, так, чтобы он в цветок ебашил, а не во врагов. Смысл, я буду водяными, блядь, пузыриками врагов обстреливать. Быстрый щит берем обязательно. Раз я столько уже бафов взял, мне не надо, чтобы он кдшился, блядь, 10 тысяч лет. А нужен быстро кдшащийся щиточек. Еще сердце души. Мне нравится. Мне нравится, что у меня появляются много сердец. Ой, блять, а вот это мне не нравится, если честно. Так, что тут я хочу? Расширение. Получите сердце души и лимит увеличите. Это, конечно, хорошо, но я думаю, может дракона взять. Ну, блять, нет, уже поздно. Тут ничего мне не нравится, поэтому придется брать... Да, придется брать сердце души. Ебать, он часто как нападает. Пока уворачиваюсь. Он так быстро и сдохнет, потому что он всегда со мной. Но и меня у него убить шансов так больше. Нужно, чтобы оградка кончилась, блядь, быстрее. А, вот он сам кончился. Том ярости, отброс, урон снарядов. По-моему, это мне и надо. Не, мне первое нравится. Темп.
Пойдет. Магическое зрение, раздельный огонь, сила душ. Нет, сила душ не нужна. А вот магическое зрение... Это мы берем. Правда, разброс мне не нравится. Разброс занерфил меня. Но зато скорость стрельбы выше. Да. Том ярости я зря взял. Хотя... Ладно, пока дыхабельно, пока дышим. Пока просто не надо мансовать тут, ебать как. Так, ну вроде бы я их даже с этого пистолетика расстреливаю. Так что может быть еще и не так уж плохо, что... Хотя нет, о чем я говорю, у меня ренджа пузыриков вообще милипизерная. Связь душ. Берем раньше получить обилку, это очень даже неплохо. Чтобы с каждым сердцем туши потраченным, я очищал карту. Блять, минус щит. Пиздец. Неприятная ситуация. Что-то урона у меня, конечно, маловато становится. Ожидал, что больше будет. А, вторая частица нимба. Да какая частица нимба? Давай, электровыстрел. Вот. И теперь либо... Ну, по-моему, нет никаких особо проков. Думаю, мне надо брать либо что-то на выживаемость, либо самонов. Либо продолжать усиливать взгляд, там вот эту всю хуйню. Что еще могу взять? Заморозка с огнем как будто тут не очень. Я не знаю, просто сам цветок будет наносить дебафы эти на них? Не факт. Сакада. Порча. Давай жука пока возьмем. Успеем мы еще все взять там. А как их много? Мне сложно, мне прям сложно. Сука, потерял щит опять. Так, получилось. Маэстро Молний. Давай Сакаду. Щита нет, сердца души одного тоже больше нет. Челы до меня вроде и доходят. О, слушай, замерзают, значит, все-таки наносят. Сам цветок тоже дебафы. Замерзли же. Так, мощный выстрел, дракон, ловкость рук. Я не знаю, что лучше. Размер снаряд, скорость снаряда. Скорость снаряда, пронзание. Ладно, давай вот это возьмем. Вроде можно дышать, но... Точнее, нет, уже дышать невозможно, но пока вроде мансую. То есть меня не прям прижали. Не прям засунули мне в рот. Просто чуть-чуть в жопку. Грубо говоря, штанишки спустили, расстегнули. Но еще не пересекли запретную территорию. Так, стоп. Надо браузер закрыть. Меня не отвлекали. Так, я снова тут. Фух. На самом деле, мне и нужен был передых небольшой. Мне, конечно, отвлекли, но там надо было именно отвлечься, guys, sorry. Но мне и в самой игре передых немножко нужен, потому что тут прям потно. Бля, мне пришел щит, и я его сразу же просрал. И смотрите, и сердца я тоже просираю по КД. О, вызывает эффект и спор фавор при попадании.
Урон от спор фавор увеличивается за счет бонусом бонусов. Я думаю, что вот это хочу взять. Потому что я там увеличиваю урон от тычек талантом. И мне надо, чтобы вот эти цветочные споры тоже скелились от этого. Я думаю, это хороший вариант. Блять, как же больно! При смерти враги взрываются, выпуская 3 снаряда, которые наносят 10% урона. Продолжаем это качать, особенно раз я взял этот навык. Просто обязан это качать. Бля, как же я теряю сердца. У меня, конечно, они приходят периодически. Но тем не менее, я их теряю. И это не очень хорошо. Щит вернулся. Не надо бы его потерять мне. Блять, потерял сразу же. А как жить? Частицы нимба. Идите нахуй с своими частицами нимба. Давай, магическую косу. Блять, сейчас эти будут вообще неприятные. Эти более живучие. Сейчас, если их настакается, да хуя, вообще хуй что сделаешь. Надо подбирать сугубо то, что навыпадало, потому что с этих я дохуя не нафармлю. Приоритете то, что навыпадало. Так, что еще мне тут предлагают? Радиус подбора. Безумие, скорость атаки самонов, скорость бега. Урон шторма еще увеличится от этого. А здесь скорость атаки призыва, скорость атаки призыва. Ну давай, это мне тоже надо. Щиточек восстановили, сердец туш тоже вроде уже как бы, ну, немало. Ой, еще одно вон прокнуло. Неплохо, вроде дышим. Блять, не душите. Ой, все, стреляющие пошли. Пидорасычи. Они меня вообще дико бесят. Сейчас мы им наколупаем, блять. Так, мне еще наверх надо будет сходить. Там вроде ресурсы были какие-то. Блять, пока не получается наверх. Тут надо обойти сперва джандонов. АП уровень, чел, пожалуйста. Ух, ебать, как меня нет продамажа. Он что, замерз просто? Поэтому я жив. Или что? Или что, нахуй? Ух, ебать. Было бы круто, если бы эти споры еще оставались лежать там, где упали. Как мины бы работали. Вот это тоже, блять. Вообще на ровном месте. Ни за что сейчас проебал жизнь. Еще проебал жизнь. Не. Это я сейчас тут пожру говна. Особенно учитывая, что я не качаю опыт. Еще сердце пришло, хорошо. Надо еще опыта. Опыт, опыт, опыт. Вот сферки подобрать. Тихо, сиамский, не кричи. Не мурмявкой. Я понимаю, тебе внимание хочется. Я тебя уже гладил только что буквально. А босс появился? Ебать, я только... Блядь, только... Я не знал. Ну как не знал, я не заметил. Палящая скорость, порождение ада. Я думаю, надо вот эту тему взять. Надо, чтобы ко мне не подходил никто нахуй. Не самые лучшие таланты, конечно. Ну, как будто вариантов особо не было. Пиздец. И куда бежать?
Они просто меня окружают. Окружают и подходят все ближе и ближе, а там, блядь, босс уже. Все, нет сердец душ. Ебать, бежать. Пиздец, минус первое хп. Минус второе. Минус... Да как так? Почему я так стал жестко теряться? Сердце души, пожалуйста. Дай сердце. Нет, не сработало, гайс. Блять. Тяжело. Надо какой-то другой, значит, билд. Ну какой, я не знаю. Сердце души, души зашло норм. Я не знаю. В принципе, раз там потом приходит дебафы, может сыграть через дебафы. Мне главное пройти вот эту хуйню. Ебать, а чё, уже проебался? Хотя на старте это не сложно. Я потом обрастаю силой, но потом я ее резко теряю. Давай попробуем сумонов. Давай попробуем сумонов. В прошлый раз тоже сумоны были, но... Мне просто надо как-то закрыть этот пистолетик ебучий. Может быть, разбавлю чем-то еще. Но пока вот так давай. Скорость атаки призывов. Сходу же, да? Вообще дракона в таком случае хочется быстрее получить. Если я через призывы. Да, вот дракон. 1000-главый убийца дракон. А, минус сердце души. Но сердце души, наверное, все равно придется взять. Талант. Потому что прям неплохо он выручает. Ну, либо я хз, что брать. Спешку тоже надо брать. Потому что 15-я сложность. Тут не получится просто с умонами отбрехаться. Так, давай вот так. Еще одного сумона возьмем. Ну да, в принципе, шану закрыть сейчас со всей хуйней. Главное, чтобы первым улучшением был не орел. Потому что какая-то хуйня этот орел. Урон призыва, электровыстрел. Я вот думаю, двойной выстрел взять. Двойной норм, если не апать эту хуйню. Чисто по два выстрела закидывать в одну точку. И нормально. Ну, либо по четыре дойти, но не брать разброс. Да, наверное, так надо. Чтобы хорошенечко поливать эту хуйню. Старый дракон, это мы берем и ждем дракона. Дракон должен нам прям жопку спасти. И спешка нужна, потому что я пытаюсь стрелять, а толков от этого особо не вижу. Собираем опыт, пока дают такую возможность. Да блять, как все не очень хорошо. Какой магнетизм? А что там магнетизм? Радиус подбора, вижен. Получите сердце души. Ну, из того, что есть. Да, надо брать это. Линза. Нихуя мне не даст. Хуйня эта линза. Не, ну, в данном случае точно. Не знаю, может, бывают случаи, когда она очень хороша, эта линза, но... Конкретно с поливочным пистолетом линза как будто кусок говна.
Чем мне через линзу пропускать водные эти, блядь, шарики? Так, что я предлагаю взять? Порождение ада. Давай, похуй, ладно. Нужна спешка, пиздец. Меня даже босс догоняет этот. Чё там, пожалуйста? Блять, опять эта хуйня. Я не буду ее брать. Это инфа сотка, что я не буду ее брать. Ореол. Или взять ореол. Я просто не помню, что он делает. Сейчас, блядь, возьмешь, а эта хуйня окажется дикая. О, спешка. Тренер. Блядь, тренера надо тоже взять. Ладно, давай тренера. Все-таки я в дракона там накидываю. Тренера надо пораньше взять. Плюс там может прийти Ушан и талант, который... Но он не скоро. Я рассчитывал, что сейчас он будет. Талант на то, чтобы усилить следующее улучшение там в несколько раз. Что-то такое. В два раза. О, дракон. Все, хорошо. Теперь хотя бы дракончик появился. Ледяной маг. Коса. Берем косу. Хорошо. Хорошо, коса, коса, коса. Плюс старый дракон, там он уже что-то качает, но только один талант я взял на прокачку дракона. Желательно второй тоже найти. Увеличивает урон от призыва. А вот, дрессированный дракон. Урон от призыва мы успеем взять. Давай лучше вот это возьмем пока что. Так, часик. Так. Так, ну вроде дыхабельно, вроде норм. Вроде в этот раз как-то пофривольнее себя чувствую. Надеюсь, так и продолжится. Блять, босс пришел. Пиздец. Будет мозги сейчас ебать. Я без спешки. Не мансовать сложно против него сейчас будет. А почему он у меня периодически стреляет, этот мой цветочек? Потому что сквозь него проходят эти... Серьезно, он... Я сейчас не понял, почему он у меня стреляет, если честно. Ну ладно. Получается, через него, если проходят снаряды от призываемых юнитов, то он тоже, типа, прокает. Или что? Он просто на автомате сам тоже что-то выплевывает. Так, ну я думаю, я сейчас должен уже справляться с ним. Я вроде наношу не слабый урон. Да, вот все. Электро, перезарядка. Урон меньше от снарядов. Выстрелив последним патроном, вызовите молнию. О, том электро мне нравится. Да, мы возьмем. Еще и перезарядку упрощает. Офигеть. Идеально вообще. Еще и молнии дофига сейчас будет. Все. Это прям хорошо. Нет, конечно, дела у меня не особо хорошо. Меня вроде как ебут. Спешку берем. Надо выйти. Беги и стреляй.
Это надо было сделать гораздо раньше, но гораздо раньше не получилось. Поэтому сделаем сейчас. Да, в этот раз лучше все застакалось. Ну и как бы мысль другая. Расширение души. Клинок теней, раздельный огонь, неуловимый. Ну давай пока вот это покачаем. Потому что сердце души я хочу. Я все-таки еще копья потом подкачаю. Они тоже как бы с душами связаны. Не часто выплевывает цветок свои споры на автомате, но выплевывает. Если я не стреляю в него. Но стрелять надо, у меня молнии с выстрелов, как бы, вся хуйня. Клинок теней, бля, хуйня всякая пришла. Бать, молнии, конечно, по всем мобам почти херачит. Очень сильно. Священное копье, порождение грома. Надо брать, наверное, порождение грома. Ну, молний у меня много. У меня сами молнии есть. У меня есть молнии жука. У меня есть молнии с таланта. И есть еще какие-то молнии. А, порождение грома еще. То есть все у меня персонажи, все мои юниты что-то делают. Связь с драконом. Берем. И можно еще взять молнии щита, которые тоже прикольные. Единственный минус то, что, по-моему, у меня не все самоны, кого-то нет еще у меня. А кого? Не знаю. Бля, частицы нимбы эти. Ладно, давай возьмем третью частицу, вот. Похуй. Уже, блядь, не знают, как меня впаривать, не впаривать эту хуйню. Купите, блядь, пожалуйста, частица нимба. Очень просим. Вы поможете детям Африки, если купите частицы нимба. Ладно, блядь, давай. Вы не могли придумать ничего другого? Нет бы там как-то найти их. Но в этой игре нет особо навигации по карте. Поэтому тут такого, наверное, и не может быть. Вызывает эффекты при попадании. Увеличивает за счет бонусов. Темп стрельбы. Выше. А здесь споры будут вызывать эффекты. Наверное, надо было, блядь, темп стрельбы выше брать. Ну ладно. Я надеюсь, что просто споры будут какие-то эффекты вызывать. А я просто найду потом, какие эффекты мне надо будет вызывать. Ну, типа, еще возьму там лед, поджигание, что-нибудь такое, maybe. Anyway, сильно улучшить эту хуйню под названием поливочный пистолетик очень сложно. Вот можно поджигание взять. Беги и стреляй, ура! Наконец-то я взял нужный талант. Все, мы наконец-то стреляем и идем с более-менее адекватной скоростью. Правда, идти особо некуда, потому что челики меня обсыпали, блядь. Скоро должен появиться третий босс. И должны пойти летающие хуеплеты с глазами и с хвостами, которые меня отъебали в прошлый раз. Надо быть готовыми к ним. Давай заморозку возьмем. Думаю, это мне понадобится.
Если я буду стоять в окружении, заморозка мне спасет жопку. Особенно если я потом возьму... А все, пошли, пидорасы. Если я возьму тикание хп в заморозке. Электрожук. А у меня его не было? Серьезно? Вот, теперь у меня только жук есть. Ясно. Понял. Оказывается, я без жука, блядь, был. Сильно, конечно. Ну теперь, суки, я вас замораживаю. А еще мне так и не пришел талант на усиление урона от всех самонов. Я тогда его не взял, решил дракона усилить. Ах, блядь, зря я так поступил. Надо было всех самонов усиливать. Они бы сейчас неплохо скельнулись по урону. Типа, дракон и так имел у меня один скелящийся навык. Я решил взять второй, пожадничал. Думаю, потом возьму. И пока что мне не пришло это. А учитывая, что вот за этих жирных я не буду получать сейчас особого опыта, потому что их пока немного. Да и умирать они будут не так быстро, как предыдущие пидорасы. Я хотя бы их могу убивать, вот что радует. Так, призывает еще одну молнию. Не, возьмем и вот это. Глубокую заморозку возьмем. Потому что она и против босса будет работать. Просто не так сильно, но... Тем не менее, это не делает эту обилку слабой. Мансуем, мансуем. Мансуем! Сегодня мы с тобой мансуем. Держимся, парни, крепко. За скрепы. Давай, давай, давай. Мне палец уже устал держать эту кнопку. Я еще даже щит не проебал. Но обычно сейчас, когда я это скажу, сразу щит проебу. Блять, я просто пытаюсь жить. Убил ли босса? Убил ли? Получаем опыт увеличен на 40%. Вообще не то. Я ожидал получить имба-талант Шаны. Единственное, что понравилось в этом персонаже. Рассчитывал получить. Всего у каждого персонажа, по-моему, по 3 таланта. Вот мне так и не пришел нужный. Ветрорез. Скорость бега. Все, и урон магической косы чуть поднять. Хорошо, теперь мы бегаем еще чуть быстрее. Осталось 6 минут и 56 секунд. Давай, поливочный. Я решил, я просто всегда так делаю. Если у меня есть на день какие-то дела, я сперва буду делать то, которое я больше всего не хочу сделать. Чтобы потом остаток дня был приятным. Ну давайте, раз я взял одну частицу небы, давай вторую. Точнее, я взял третью и сейчас первую, и нам надо найти теперь вторую. Просто я взял две, поэтому я назвал ее второй. Вот, и соберем уже эту хуйню. Либо вспомним, либо я, может, ее в прошлый раз даже так и не собрал. Может, тоже взял там несколько частиц, и в итоге мне не пришло больше. Вполне возможно, что тут такая же ситуация сейчас будет. Бля, я щит проебал где-то. Надо было магнетизм взять на однерочку. О, маг воздуха. А чё же я раньше не взял? Ебать, у меня не... Вот у меня какого самона не хватало. Понятно, понятно. Вот ситуация, да, какая? Интересная. Одного из сильнейших самонов не взял. Особенно учитывая, какая у него там ветка сильная. Не взять его — это грех.
Так, что предлагают мне? Вторую частицу. Все, получил я. Темп стрельбы, перезарядка, радиус видимости. Ой, блядь, какая хуйня. Ну, в принципе, хуже не будет. Уклонился, у меня уклонение есть. Сердечко. Слушай, ну, наверное, все-таки не зря собрал его. Так, вот он, глаз бури. Отлично, что он пришел вторым. Я так и не взял скеллинг для самонов. Бля, какой я кран. Дурачок, блядь. Там типа он мало дает, но часто. То есть каждый 15-й враг, убитый самонами, дает приколдес. Нормально. Как мне выйти, блядь, из-под этой хуйни? Ладно, эта хуйня пока живет. Под названием босс. Так, что там у меня? Магистр воздуха, дитя ветров. Прорядить. О, давай прорядить возьмем. Это на сумонов талантик, хорошо. Это одобряем. Блять, урон получил. У меня как бы есть возможности еще получать урон, но не хотелось бы, наверное, все-таки. Но урон у меня ебанутый. Амоны хорошо качнулись, даже несмотря на то, что я не взял скеллинг. Том стекла, книга его, том призыва. Вот, давай, хорошо. Хоть и перезарядку мне ослабит это. Но я надеюсь, что все-таки основной урон у меня вносят чили-боссы. Палящая скорость. Да, давай, палящую скорость. Бля, а чё деревья-то до меня доебались? Вам чё, блядь, надо? Кстати, я их наубивал чё-то. Уже несколько убил. Чё, птеродактиль летает тут? Я его тоже убью сейчас. Так, берем ледышки. Как бы я и не выстреляю. Ледышки выпускаю. И этого тоже мы нагнули рачком. Утраивает эффект следующего полученного улучшения. Вот он, талант, который я рассчитывал получить в самом начале. Прикиньте, на него взять скеллинг от всех самонов. Вот он, кстати. Ну давай хотя бы сейчас, блядь, возьмем. Пускай-то самоны чисто убивают. Не буду ничего делать. Хотя бы сейчас посмотрим, как он заскелится. Но навык, согласитесь, охуительный. Увеличивать в 3. Еще и взять что-нибудь такое. Кровопийцы. Давай, кровопийцы. Они сами все вопросы сейчас решат. Такой билд собрал. Конечно, блядь, не хочу я стрелять из этого ебаного пистолетика. А, давай магнетизм. Будем качаться сейчас. Хорошо. Давай, лучшие друзья. Охуй. Качаем всех наших челебосов. У них все равно вариантов нет. У этих монстров только сдохнуть. Мастер-косильщик, раскол.
Давай Роскову возьмем лучше. Потому что я смотрю, все они замораживаются. Ебанутые. Что раскол тут будет норм. Бля, походу надо подключать пистолетик. Потому что пошли жирные пидорасы. А, священное копье. Ладно, давай. Качать, так качать. Надеюсь, боссов больше не будет, но это 15-я сложность. Вполне может быть, что тут будет какой-то еще босс. Хотя это лес, в лесу обычно не было доп. Боссов. Основной прирост урона, конечно, когда я стреляю, это еще талант, то что у меня молнии. Еще молния чита. Не, давай лучше... Дополнительный снаряд от друга возьмем. Так, надо подобрать оставшиеся, что я навыбивал тут. Жалко, нет расходника, притягивающего всю хуйню. Как во многих похожих игрушках. Он бы прям зашел тут. Блять, потерял хп из-за торопливости своей. Призрачный волшебник. Поджог еще дополнительный, да? Осталось прям чуть-чуть времени. Давайте просто будем пиздить их. Ну не знаю, вроде бы я как взял таланты, мобы сильнее для меня не стали. То есть, а должны были. То есть получается то, что я вот взял тот утроенный скеллинг, мне кажется, это прям сильно было. О, а вот и боссик. В принципе, можем пока от него побегать. Я думаю, он будет очень сильный. Я думаю, можно на дистанции от него походить. Пульс призыва. Да ну, наверное, не надо пульс призыва. Или надо? А, урон призыва все равно у меня вырастет. Поэтому надо. Ладно. О, тут я нормально навыбивал. У меня, кстати, призрачный друг по нему нормально ебашит. Он его еще и замораживает. Он его, кстати, и бьет. А, ну и жук еще. А, ну и дракон должен, но он что-то не бьет, в общем. Вот. А в кого, блядь, стреляет дракон мой? Куда, блядь, летят огненные плюхи его? Хочу больше молний по нему. Хорошо, сасамба. Самба, сисямба, три ачивки. Закончить с Шаной, с поливочным пистолетиком и 15-ю сложность пройти. Ну, наконец-то, блядь. Первый наш 15-й уровень. ГЦ меня с этим. Фух, аллилуйя. И чё у нас, и чё, и чё? Так, руны, давайте мы замаксим уже полностью мой билд вот этот первоначальный. Может быть, будут фиксы. Пока ничего не будем менять. Пока вот так. Вот. Подтверждаем. И, собственно, первый персонажик. И как там? И первое оружие. Причем то, которое я ненавижу. Поэтому я рад. Короче, гайз. С вами был Вилли Поттер. Ставим лайки, подписываемся на канал. Вступаем в сообщество ВК. И ждем выпуска следующих моих видосов. И я желаю вам удачи. Всем пока.